Добрый день, с вами Инна, компания «Мой Мерсин». Мы с вами находимся в районе ТЖ. Буду показывать вам очень миленькую квартиру 1+1 с прекраснейшими видами на Средиземное море. Можно сказать, видно море с каждого окна, и, кстати, которое не перекроется. Далее наш комплекс с газом, и в нашей квартире имеется система отопления теплый пол. Очень уютная, небольшая, но очень уютная зеленая территория. Комплекс с бассейном состоит всего из одного блока. Наша квартира находится на высоком этаже. Ну а теперь предлагаю перейти и посмотреть саму квартиру. Мы с вами поднялись на 10 этаж. На каждом этаже у нас 4 квартиры, 2 лифта. Газ, кстати, доведен до дверей, и заходим в квартиру. Сейчас закроем дверь. Вот такая небольшая прихожая нас с вами встречает. С этой стороны у нас встроенный шкаф Вестие с зеркальными фасадами. Очень удобно. Далее санузел. Санузел для квартиры 1+1, я вам скажу, неплохой, хорошая душевая зона. Все необходимое в санузле у нас имеется. Также за дверью прячется место для стиральной машинки. Проходим далее. Кстати, когда только заходишь в квартиру, посмотрите, какой классный вид у вас открывается прямо с порога квартиры. Вид на море. Давайте к этому виду и пройдем. Здесь у нас спальня, очень хорошая, такая просторная спальня. Можно полностью мебель, комплект мебели сюда спокойно расставить. И, конечно же, здесь вот такое окно с прекраснейшим видом на Средиземное море через виллы. Этот вид, поверьте мне, уже ничем не закроется, так как все уже здесь застроили. Далее переходим с вами на кухню, совмещенную с гостиной. Здесь получается ниша, большая ниша для холодильника. Кухонный гарнитур выполнен у нас Г-образной формы, каменная столешница. Все ниши под технику подготовлены. Она небольшая, но тем не менее очень даже вместительная, много мест для хранения. Далее переходим с вами в гостиную зону. Тоже есть куда спокойно можно поставить, допустим, тот же угловой диван или же обычный диван-кресло. Зона ТВ выведена. И с гостиной у нас имеется выход на основной балкон. Но обратите внимание на эти виды с гостиной тоже. Очень классный вид, очень красивый вид на море. Давайте выйдем с вами на балкон. Вот такой вот хороший балкончик здесь у нас. При желании ее тоже можно будет застеклить. И сюда, допустим, можно вынести столовую зону. Обратите внимание, что в нашей квартире система отопления теплый пол. То есть не радиаторы, а теплый пол. Ну и, конечно же, не может не радовать вот эти виды, которые открываются за балконом этой квартиры. Очень красивые виды через виллы на море. Здесь, кстати, очень широкая набережная, песчаный пляж, пологий заход. И, кстати, здесь очень богатая внешняя инфраструктура, так как общественный транспорт проезжает вот по этому новому асфальту. И все сетевые магазины, все, конечно же, находятся в пешей доступности от этого комплекса. Наш комплекс состоит из одного блока с бассейном. Комплекс полностью уже сдан, люди уже здесь проживают. Так что, если вы тоже хотите жить или же приезжать отдыхать вот здесь, в Мерсине, вот с такими прекраснейшими видами, тогда добро пожаловать, звоните, пишите, быстрее связывайтесь с нами. На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, пишите по указанным номерам. Всем с удовольствием ответим. Всем спасибо и до новых встреч!